Вобраз смерти, что отбился у песни, и протест супроть человечих покут. Таким открылся глядацкому погляду песенный шедевр Модеста Мусоргского у выконании Оксаны Волковой. Тема смерти в мастерстве, вечная у своей таемничести. Поколение за поколением яна притягивает до себе позерк мастаков, поэтов и музыков. 70-е годы 19-го стагодия стали часом думок про смерть Модеста Петровича Мусоргского. Ти была это межа светопогляду, або причиной стала смерть некольки сябро композитора, але у вынику распрацовки этой темы на свет з'явился дивны по силе и энергетицы цикл для голосу и фортепиано «Песни и скоки смерти». Практично незнаемый белорусскому глядачу за складанности выконания он стал дорогим подарунком, які поднесла мінской публіцы заслужаная артыстка Республіки Беларусь Оксана Волкова. Я сделала эту программу в этом году на фестивале в Люцерне с Мариинским оркестром и как-то настолько вжилась в этот материал, что мне захотелось исполнить это и в Минске. Тем более, что в Минске я пою не так часто, как хотелось бы. Глядячи на сцену, оформленную черным колером, опускающуюся у чистое и глубокое гучание голосу, як наяве чуешь диалог помеж змученной тревогой мати и смертью, якая приходит, як анел милосердности и колыхая немовля. И она повстает то рыцарем, який вызволяя каханую от кайданов, покуты и старости поцелунком кахання, то добрым сябрам, які дорыць вечную радость забыцця п'яному селяніну, то полководцам, поўным гордай задаволенасці падчас аб'езду поля бойкі, дзе не засталося жывых. І ў гэтым горкім фінале адчуваюцца не толькі магутнасць і ўсеўладдзе смерці, але і ілжывасць яе міласэрнага аблічча, за якім хаваецца абыякавасць і нябыт. Такое філасофскае произведение, оно очень интересно, вакальна напісана, оно очень поэтичная и сложная для исполнителя, потому что нужно перевоплощаться в смерть и перевоплощаться в героев, которые участвуют в этом произведении. Полнота выканання, глыбіня акцёрскага пераўвасаблення і драматычнай ігры зрабілі гэтую сустрэчу незабыўнай. У ёй перапляліся талент аўтара і выканаўцы, майстэрства артыста і ўвага глядзельнай залы. Адпачывайце культурна.